Приветствую вас всех, дорогие друзья. С вами, как всегда, ваш покорный слуга в литературном смысле этого слова Серж Влади. И сегодня я пришел сюда за тем, чтобы сообщить вам одно пренеприятнейшее известие. К вам едет ревизор. И с чего я хочу начать? Конечно, с глотка и бокала великолепного пива. Lowenbrown. И ваши мысли встанут на место. И кое-что другое тоже встанет. Тоже, поверьте. Смотря сколько вы его выпьете. Потому что только Lowenbrown это пиво для вас и для вашей женщины. Lowenbrown. И все встанет. Это мой слоган, который я придумал только что сейчас. Итак, друзья мои, я хотел сказать лишь о том, что вот, живя долгое время за границей, как вы знаете, ваш покорный слуга прожил жизнь, наверное, большую половину своей жизни за границей, и поэтому я пришел к выводу, что весь мир один большой, нет, не бардак и не театр, хотя и это тоже, но весь мир это одно большое общежитие. Одно большое общежитие, да, потому что вот именно здесь и сейчас я это понял. Я это понял, что, вот знаете, когда я поступил на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, я понял, что я начал жить в общежитии на кораблестроителе 20, корпус 2, на Васильевском острове, значит, комната 1801. Алло. Кто живет сейчас там, не знаю, но не суть. Суть в том, что каждый раз я в этом убеждаюсь, и тогда я немножко был сконфужен, шокирован и подумал, ну ладно, я потерплю, найду себе силы потерпеть год, два, три, четыре или пять. Но я не знал, что всю жизнь я буду жить в таком общежитии. Этого не понять, конечно, тем, кто живет с родителями дома, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с собачкой, с жучкой или там с другой какой-нибудь собачкой. Вот. И когда я начал жить в общежитии и продолжаю, в общем-то, жить в этом общежитии, я понял, что это карма, это судьба. И когда ты живешь именно в общежитии, ты должен отчетливо понимать и представлять себе следующее. Ты должен понимать, что если ты живешь в общежитии, и тем более с иностранными студентами, с иностранными гражданами, со студентами из разных стран, которые наверняка не знают твоего языка или твоей культуры, которые вообще может быть бескультурны, вообще может быть у них какое-то своеобразное представление об этом мире, ну, ввиду того, что не во всех странах наука и цивилизация и технологии развиты до нужного уровня. И вот вчера я говорил с одним иностранцем. Ну, каждый день я говорю с какими-то иностранцами, хотя на самом деле иностранец здесь я, в общем-то. И разговаривая с ним, я понял для себя вдруг отчетливо две вещи, которые не понимают иностранцы. Они, во-первых, наивны как дети, они живут в своем мире, потому что они говорят на другом языке. И второй момент, ну я говорю в первую очередь об европейцах или об американцах в данном случае. И второй момент, то что вот они совершенно ничего. Сейчас, секундочку.
Они совершенно ничегошеньки не знают о России, о жизни в России, и о русском менталитете, ну и так далее, и тому подобное. Почему? Да просто потому, что они там никогда не были, друзья мои. Никогда не были, а если были, то не жили, понимаете? А это две разные вещи. Просто посетить как турист или жить там долгое время. Вот. А я-то жил, ну я прожил 10 лет. Да, мне хватило на 10 лет жизни в Петербурге. Я не был по другим регионам еще. Но я много встречал людей из глубинок, российских глубинок, из Сибири, из там Дальнего Востока, из Урала, отовсюду. Вот, я уже не говорю про Якутию или там какие-то Кавказский регион, или, скажем так, не знаю, Башкортостан или Якутию, или что-то еще в этом духе. Но я уже говорил об этом в предыдущих своих видео. И вот смысл в том, что европейцы, вот наивные такие люди, они, понимаете, они когда говорят, мы санкции против России, все, России конец, мы против них санкции выдвинули. Ты что, вчера он так с таким видом торжествующим доказывал, что, ну как будто бы это он против меня или против, я ему объяснял, что при чем здесь я или какие-то обычные русские, которые не имеют отношения никакого к войне. Более того, многие русские против войны устраивают марши протеста в Москве и Питере. Ну, это ничего не дает, конечно, вот. Кроме того, что просто их забирают в каталажку или дубинкой получают по голове или по почкам. Вот, поэтому обвинять всех русских или там граждан России или русских, допустим, как у меня, без российского гражданства, я, может быть, какое-то другое. То есть, понимаете, это такое вообще размытое понятие. Я уже говорил об этом много раз. Вот. И огульно обвинять это вообще. Это бред. Это, понимаете, это геноцид, как когда-то обвиняли всех евреев или арабов, когда 11 сентября случился теракт, да? То есть, это тоже, вот видите, как мировое сообщество мыслит, какими категориями, какими плашками, да, вот. И они совершенно не представляют и не понимают. Я вчера пытался этому человеку объяснить, что России Путину плевать на эти санкции. Вы поймите, что больше всего даже теряют от этих санкций не Россия, а Европа. Простите меня, но какие ресурсы у Европы? Какие ресурсы? Что есть у Европы? Ну что есть у вас? Газ, нефть, золото, diamonds, что? Конечно же, этого всего нет. И они не понимают, не представляют, действительно, насколько масштабы совершенно несопоставимы, и насколько у России огромное количество ресурсов по сравнению с Европой. Да? Скажут опять, это ты преувеличиваешь, что все? Давайте еще в этом начните меряться швонцами. И понимаете, вот и наивность вот этих людей, человек из Дании, к примеру, да, вот маленькая страна и совершенно такая же маленькая ментальность, совершенно, ну, просто человек в силу своих собственных заблуждений и образа жизни он не понимает. Он всю жизнь прожил, еще более того, он прожил всю жизнь, родился на Ближнем Востоке. И не буду говорить, в какой стране, потому что даже не помню. И второй момент. Ну, он толком в Европе не жил, грубо говоря. Вот. И ни разу не был в России. Женился на украинке просто, и все. И думает, что он знает все об этом конфликте между Украиной и Россией. Это вообще такая вопиющая глупость. Это очень катастрофически чрезмерная вопиющая глупость, потому что, ну,
нельзя знать все, знаете, о стране, из которой ты не был и не жил ни разу. Просто из СМИ, просто из источников информации. Просто из того, что публикуется в газетах или говорят по радио или по телевидению. Но мы видим, вы видите, вот если вы общались с иностранцами, вы понимаете, что их мнение, суждение лишь напрямую зависит от тех средств массовой информации, которые присутствуют в их информационном поле. Да? То есть, откуда они могут черпать информацию? BBC, CNN, CBS, Fox, America, там, Voice of America, все. Я даже не обвиняю его, но я подтверждаю это. Это мне просто вот жизнь преподносит такие сюрпризы, открывает глаза на мир, на вещи, что вот, собственно, происходит в этом мире, понимаете? Как мир реагирует на вот это все. И почему такой ажиотаж? Они просто на самом деле, в чем еще проблема? Они просто реально не представляют себе, что на самом деле происходит или происходило в Украине. Какова была жизнь тогда и какая сейчас? Какие были там условия катастрофические для людей? И насколько эта власть была и есть коррумпированной до мозга костей? Нет, некоторые, конечно, представляют себе. И вот сегодня, вчерашний мой собеседник, он плюс-минус он сказал, что он представляет. И я поговорил с ним, каковы шансы, велики ли шансы на скорейшее вхождение Украины в Евросоюз. Что это должно случиться завтра или сегодня? Или это случится через 10 лет, или через 50, или через 100? Он все-таки оказался трезвым человеком в этом смысле слова на поверку. И меня порадовало то, что все-таки он трезво оценил ситуацию и шансы, и он понимает то, что да, в Украине нет тех необходимых институтов и реформ в правовом поле, и в юридическом, и в социальном. И, естественно, такого скорейшего вхождения в Евросоюз просто не представляется возможным. А как аппликант, да, подала заявку, Украина, да, ее приняли, но потребуется очень еще долгое время, к сожалению, может быть даже, или к счастью, что пока Украина не войдет в состав Европы. Но это будет где-то не раньше, чем через минимум 25 лет, так, плюс-минус, мы так договорились, ну, с ним 50, это максимум. 15-10 нужно минимум лет. Поэтому каков исход, какой выход из ситуации, какого исхода этой войны, никто не знает. И мы с ним ни к чему не пришли, ни к чему не договорились, поэтому, ну не потому, что поэтому, естественно, никто ничего не знает, но скорее всего, что просто, исходя из всего этого, я думаю, что не знают ни западные политики, ни эксперты, не предполагают никто другой. Но он напрочь отрицает влияние Америки, ну как, не то, что влияние Америки, ну да, я сказал ему, ты не думаешь, что, я спросил, не думаешь ли ты, что это на самом деле разборка и война между США и Россией, нежели между Украиной и Россией, и просто посредством Украины, США, так скажем. Но это же очевидные вещи, да. Мы уже с вами это обсуждали не раз. США пытается таким образом давить на Россию, создав этот конфликт и выставив Россию агрессором по сути, поймите меня правильно сейчас, спровоцировал этот конфликт, по сути, поставляя оружие и накачивая Украину оружием и стимулируя вот эти вот националистические и фашистские проявления процесса. Ну, неужели вы будете со мной спорить? И скажите мне тогда, ответьте мне на мой вопрос, а как называется тот факт, если люди выходят, например, на свои какие-то праздники, да? Пускай это будет там 1 мая или 9 мая или какое-то другое.
какой другой праздник, и им запрещают праздновать эти праздники. Я понимаю, что вы скажете, что это потому, что этот праздник ассоциируется с Советским Союзом. Это советские праздники. И Украина, как независимое государство, не должна, не обязана это праздновать. Да, хорошо, хорошо, я согласен с этим. Я тоже не люблю Советский Союз. Даже сказать серьезно, я его не полюбил, и поэтому я оттуда уехал в 99-м году из Совка. Впервые. Второй раз это произошло. Я потом вернулся и немножко еще позже уехал с концами. Смотрите. И получается так. Значит, запрет и всякие санкции против русского языка в Украине. Какие-то, ну не прямые запреты, но скажем так, какие-то, скажем так, ну квоты, да, скажем так, квоты вводились против русского языка. Там ни одной же книжки не написано на русском языке, ни одной ничего. В смысле, вот в магазине, много вы найдете книг, особенно сейчас. Сейчас вообще не говорю. В итоге, что? В итоге то, что там-то русскоязычное население живет, жило, проживало, и мы видим даже по современным сейчас видео, что там все говорят на русском. Ну, не надо лицемерить и врать, не надо врать. Потому что, ну, все вы внутри семей, кроме Западной Украины, конечно, говорите по-русски. Ну, на таком, на ломаном суржике, на диалекте, на прочих вещах. Ну, зачем врать и лицемерить, да? Дома все в семьях сидят. И на Южной Украине, на Восточной, на Центральной, на Северной Украине, так скажем. Сам президент дома и депутаты все говорят по-русски. Я же в этом уверен, но это видно. Которые включаются камеры, они так щири украинцы, вот сразу же. Добрый день, либо иначе. Значит, смотрите. И вот просто, понимаете, это, ну как это называется? Как это назвать? Как это еще назвать, как не лицемерие? Это же чистой воды лицемерие. Но неужели это как-то по-другому называется? Это же просто цирк. Реальный цирк и клоунада. Как это по-другому назвать? И то есть, кто не с нами здесь получается, тот против нас. Так? Ага, ты не согласен, ты не хочешь смотреть шоу нашего клоуна, ты не хочешь смотреть шоу и быть согласным с правительством, с действующей властью. Ага, значит, мы тебя сейчас утрамбуем. Я на своей шкуре, дорогие мои ребята, это все испытал. Я на своей шкуре это все испробовал. И отметины были хорошие у меня на лице и сломаны ребра. Это когда я туда приезжал в 2006 году. Где-то в 2006-2007 году это случилось, когда меня какие-то оттоварили, какие-то бандосы под прикрытием прокуратуры, под прикрытием еще каких-то там власть имущих в Херсоне, в Херсонской области сегодня, которая благодаря российской армии освобождена от этой бандеровской хунты, ну скажем так. И хотя я за целостность Украины, я за ее независимость, но не ту независимость, которую нам сегодня под вот этим соусом предлагают. Я за суверенитет, да собственно никто ее на суверенитет не покушается. Никто не покушается, никто не покушался особенно. Ну, я имею в виду в том смысле слова, когда до начала войны, да, никто не покушался. Зачем нужно было? Хорошо, вы знаете, что очень много живет русскоязычного населения. Вы знаете, что просто этнически русских там много проживает. Мы, наша семья, мы этнически русские. Моя мама, я, когда там еще жили при УССР было, да, то все хорошо, дружно жили. Никто никого не притеснял или там унижал и обижал. Я не знаю, что там реально случалось в Западной Украине, на Западной Украине во времена там, Второй мировой войны, там какие-то были, наверное, тетерки, трения, отряды НКВД, наверное, может быть, как-то там прессовали этих ребят, которые ратовали, топили за незалежность. Или там
еще при каких-то временах, может, там еще раньше был, поэтому там был, значит, президент Грушевский, первый президент УНАУ, УПА, УНАУНСО, вот эти все отряды СС Галичина и прочее, прочее. СС Галичина, она же тоже не просто не с потолка взята, понимаете, вся эта информация. Вот поэтому там все есть, это корни, все это зиждилось на вот этом всем. Поэтому, когда мне сегодня говорят, вот какую-то дичь несут, что не было фашистов, не было, где фашисты, где бандеровцы? Где? А что, не зиговали, не ходили по Крещатику, не факельное шествие не устраивали? Нет? Серьезно? Ну, посмотрите, загуглите, куча видео таких, еще, наверное, есть в интернете. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому то, что мне пытаются там сказать сегодня европейские мои друзья и коллеги, что, ох, нет, не было такого. Это просто костюмированный там какой-то бал-маскарад. Что кто-то, этот отряд Азов, батальон Азов или полк Азов, это просто веселые, милые, пушистые ребята. Веселые, милые, хорошие, дружные, ля-ля-ля, тополя. Они просто киндер-сюрпризы и пасхальные яйца раздавали на Пасху. Все, дарили подарки такого плана. Это же ведь, конечно, дичь и чушь чистой воды. Этого, ну, понятно, что нельзя это не понимать. Далее, смотрите, вот когда я спрашивал или спрашиваю там своих друзей, беспокоясь, искренне беспокоясь и переживая, там, которые там жили в Херсоне, в Херсонской области, я спрашивал, как вы, там, ребята, что, как, что там, кто там, что, живы, не живы. Значит, мне какую-то чушь и дичь впарывали там, что у них там какие-то молдавские танки. Ну, то есть я спрашиваю серьезно, а в ответ получал какой-то саркастический юморок. Ну, вот вам, получите ваш саркастический юморок. Посидели в подвалах, теперь поразбежались уже по заграницам, где там, в Одессе или в Западной Украине, или где-то еще. Прекрасно, молодцы. В ответ на помощь они меня блокируют и еще называют, давай, там, агентом КГБ. Или... Это просто, понимаете, ну, дичь, маразм сивой кобылы. Я, понимаете, и вижу, что уровень интеллектуальных людей, совершенно отбитых, отмороженных, которые, ну, вот я говорю, пребывают в каких-то там, живут в своем...